Всем привет, это Иван Рудык. Мы сейчас находимся в Лондоне, где снимаем потрясающее видео на трек «Aphrodisiac». Сегодня у нас первый день съемок. Мы находимся в прекрасном белом доме. И надеюсь, к вечеру мы сделаем очень много хороших кадров, и вы обязательно позже их увидите. The video's concept is based around the idea that Ivan's music produces a liquid with the properties of an aphrodisiac, therefore having a very sexual effect on the woman in his life, namely the woman of the house and her household maids. В этом видео я выступаю не только в роли продюсера, но и в роли актера. Мне придется дважды появиться на экране. Первый раз в роли бойфренда одной из замечательных девушек, которые снимаются в этом клипе, ее имя Мишель. Вторая моя роль – это то, что мне очень близко, и мне легко это будет играть. Я появлюсь в роли диджея, который крутит пластинки и... Day two, we filmed the studio-based footage with Ivan and Shanna performing for the cameras. Good morning. Это была моя мечта когда-нибудь в жизни поработать с таким замечательным человеком, с такой популярной и очень известной певицей, как Шена. I'm Shena, and I'm here today to shoot a video with Russia's biggest DJ, Ivan Rudik, and I'm the UK's biggest house diva, so it's gonna be fun, it's gonna be a blast, we're in the middle of doing it at the moment. Я даже не мог предположить, что через 10 лет после знакомства с ее творчеством мы будем записывать вместе трек и будем снимать видео. I had to do a nude scene this morning, which is something I've never done on a video before. So that was an experience and a half, shall we say? Actually, by the end of it, I actually relaxed, believe it or not. So I actually quite enjoyed it, dare I say. It's been a lot of hard work, but we're very pleased with how it's gone so far, and I think you'll agree the ladies really do look rather sexy. Это потрясающий трек. Вы обязательно должны его послушать. Вы можете услышать его уже на радио. И, конечно же, вы должны посмотреть видео. Мы снимаем потрясающий ролик. И мы выбрали очень хорошую тему. Это красивые девушки, привлекательность, сексуальность. И, конечно, вы получите огромное удовольствие от просмотра этого видео. Дождитесь.